Этот планер сконструирован инженером-орденоносцем товарищем Черановским. Особенность планера – машущие крылья. Крылья приводятся в движение ножными педалями. Такие летательные аппараты называются орникоптерами. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! В этот чудесный сентябрьский денек мы набираем, у нас высота уже 3,5 километра, мы продолжаем лезть вверх на границе заповедника Гранц. И сегодня я решил записать вступление перед второй частью роликов старинных, которые добыли кинохроники наши замечательные Сергей Рябчинский и Алексей Спиридонов. За что им огромное-преогромное спасибо. Нужно было перелопатить кучу пленок, заказать пленки, заплатить за это достаточно приличное количество денег. И вот этим материалом они поделились, и я опубликую это все на канале. Вторая часть – это 30-е годы. Полеты уже не только с рогаток резиновых, но и уже и за самолетом. То есть сделали аэробуксировку, то есть с тоненьким тросиком соединялся самолет и планер. Были разработаны вот эти замки, соединения, сама технология этой буксировки. И начали даже летать поезда. То есть вы на кинохронике увидите, там, не знаю, 7 планеров или 9 планеров в одной связке. Представляете, самолет и вместе летит 9 планеров. Это требовало, конечно, мастерства от пилотов довольно значительного, скажу вам честно. Как человек, летавший за Ан-2 в составе всего 2 планеров, я могу сказать, что это уже там приключение. А 9 – это вообще какой-то подвиг. Совершались перелеты через всю страну. То есть уже в Крым на сборы люди летали уже аэропоезда. Оттачивалась буксировка тяжелых планеров. Уже там 5-местный планер тягали. И это давало опыт для будущего применения во время Второй мировой войны планеров для снабжения партизан, десантных операций. Поэтому, но вот в этой части присутствует достаточно зримая идеология, там сталинские соколы, марши, бравурная Красная Армия и так далее. И я был бы, наверное, нечестен, если бы не выразил свое отношение ко всему этому. То есть я это, естественно, вырезать не буду, потому что кто это такой, что вообще чужие материалы брать и вырезать. Там кто-то мне говорит: «Волга, вырежь эту гадость». Не хочу, потому что, во-первых, это не гадость, это люди так жили. Можно посмотреть, как они жили. И можно посмотреть, и, может быть, немножко набраться какого-то опыта. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Не хотелось бы, как во Франции. Не создавать культа личности очередной какой-нибудь. Мое отношение к Сталину и к времени его правления такое сложное. Ну, наверное, скорее отрицательное. Мне вообще не нравится идея, когда восхваляют кого-то одного, там, вождь, там, он там, только он. Ну, не бывает такого. Вся страна.
вся страна, и не факт, что если бы не было этого вождя, сделали бы хуже, потому что полегло при репрессиях огромное количество людей, и, не знаю, тот же Королёв, который дальше первого человека в космос отправил, он был репрессирован, потерял здоровье, и, по сути, его ранняя смерть – это во многом проблема как раз того, что его били, издевались, калечили, и когда делали ему операцию уже, ну, когда он уже был академиком, там, всеми уважаемым, из-за того, что ему не смогли нормально поставить трубку дыхательную в горло. То есть он умер, ну, потому что так получилось. А получилось так, потому что его когда-то над ним так издевались. Конечно, потом ему власть отплатила с Троицей, там, ой, там, слава, дом там дали ему отдельный, коттедж и так далее. Конечно, обласкали его значительно, но ведь перед этим его чуть не убили. А сколько людей убили? Туполев сидел, работал в Шарашке. Ну, если кто не верит, почитайте, как Шара, откройте в Википедии Шарашки, во время авиационной Шарашки. Увидите, сколько людей работало в зоне, просто потому что их там обвинили в том-то и в том-то, положенным обвинением. Поэтому мое отношение к этому категорически отрицательное. Говорит, что вождь не знал, это бояре, но это там то же самое, что сейчас говорят, там, кое-кто хороший, а бояре, конечно, боярик, конечно, гадость. Вот. Мы на канале «Мечта летать» не говорим о политике, но я ярко транслирую мое отношение к этому. Нет, не должно быть незаменимых людей. Не должен один человек править долго. Это просто приводит к вот таким искажениям. Это приводит к, ну, не знаю, получается не государство с какими-то выбранными должностями, а какое-то царство реальное. Потому что это неправильно. Мое это отношение вот такое. Вот я так думаю. Имею право? Имею. Хотите со мной поспорить? Ну, как-то спорьте. Но давайте делать это уважительно. У нас же все-таки... Мы же все взрослые люди, состоявшиеся, способные аргументировать, не говорить «ты дурак» там, или еще чего-нибудь, а аргументированно отстаивать свою правоту. И давайте смотреть. Я вам выразил свое отношение. Я вам могу показать, как красиво в заповеднике Экранс. Мы летим сейчас на разрешенной высоте, потому что вот над вершиной выйти не можем. Здесь тысячи метров над рельефом разрешенные. Но так как у нас с вами 3600 метров, я могу вам показать, вот видите, как тысяча метров у меня есть. Поэтому мы спокойненько летим смотреть красоты. Я вам сейчас их все-таки одним глазком покажу. Забыл я сказать одно, что я крайне признателен всем тем людям, которые творили эту историю, которые авиаконструктора, рабочие на заводах, все, кто превратили планеризм в то, во что он превратился сейчас, с возможностью вот так вот летать над Альпами и показывать кусочки этой красоты вам, друзья. И потрясающее место. В сентябре крайне редко удается так красиво слетать. Поэтому я счастлив, просто счастлив быть с вами здесь и сейчас. Да, кстати, можно из этой точки привет передать Росавиации. Посмотрите, как можно замечательно регулировать воздушное пространство. И мы спокойно в этих Альпах летаем без диспетчерского сопровождения. У нас до 5800 метров зона, в которой мы можем летать и занимать ее, там, не подавая никаких флайпланов, заявок, там, сверхконтроля тотального. Посмотрите, как можно делать красиво. Не хотелось бы, как во Франции. Это все возможность учиться, то есть использовать мировой опыт. Зачем свой путь искать вечно? Какой-то незаменимый такой. Вот. Вот вам, посмотрите, красивый вид на красивый ледник. Ну ведь хорошо ведь, а? Смотрите, как с него водопады падают. И вы также можете сделать на Кавказе, например, открыв границу с Грузией. Здесь у нас есть граница Италии, мы над ней летаем. А над Кавказом можно было бы летать, если бы не было такого контроля пограничного жесткого. Можно было бы пересекать и одним крылом лететь в Грузии, а другим крылом лететь в России, например. Красота, красота. Так что, друзья, вот такое было вступление. Мира во всем мире, разума какого-то во всем мире. Пусть не будет диктаторов, а те, которые есть, пусть наберутся разума. Ну или сами уйдут, или, как говорится, ничто не вечно в этом мире. Давайте лучше смотреть кинохронику и наслаждаться
великолепными фильмами, которые когда-то сняли, и видеть, как вообще люди творили историю. Не один человек, а люди, вся страна, все, кто там жил, тяжело жил, в сложных условиях, и творили такое, чего, в общем-то, и сейчас не снилось. Это была авиапромышленность, которая могла раз и сделать самолет. А сейчас стыдно. До новых встреч, друзья. Айвар. Контент огонь, погода бомба. У нас контент все-таки позитивный, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. А теперь, друзья, кинохроника обещанная. Как? Теперь слайды. Комсомолец, планерист товарищ Юдин совершает свой опытный полет на буксире в зимних условиях. Пилот товарищ Боровков ведущий в этой своеобразной спаренной езде. Ударники воздуха борются за новые успехи советского планеризма. Комсомолки Ленинграда пилот Лена Каратеева, сцепщик Нина Корытова и планеристка Люся Чистякова совершили буксировку планера за самолетом. Это первый в мире женский воздушный поезд. Прекрасному примеру овладения авиационной и планерной техникой последуют тысячи девушек нашей страны. Комсомолка Кривицкая впервые поднимается в воздух. Ее инструктирует местный колхозник Яков Шандра. Первый полет совершен удачно. Еще один международный рекорд. Мастер советского планеризма товарищ Расторгуев пролетел без посадки на одноместном планере КН-7 600 километров. Конструктор планера товарищ Грошев поздравил мастера планеризма с блестящим перелетом. Это второй рекордный перелет товарища Расторгуева.
поставлен новый международный рекорд по классу многоместных планеров. За 7 часов 10 минут двухместный планер «Стахановец» пролетел по прямой 550 километров. Этот рекордный перелет совершил мастер советского планеризма товарищ Ильченко со своим пассажиром, планеристкой Зеленковой. Московские аэронавты впервые в истории воздухоплавания готовятся совершить экспериментальный полет субстратостата с одноместным планером на буксире. На планере поднимается известный мастер советского планеризма товарищ Ильченко. Справились со своим заданием. На высоте 5000 метров планер отцепился от субстратостата. Полет прошел очень успешно. Мастера безмоторного полета участвовали в 14-х всесоюзных планерных соревнованиях под Тулой. Мастер советского планеризма Карташов. Молодая планеристка московского рекордно-планерного отряда Великосельцева. Советские планеристы превысили 5 международных рекордов. Таков замечательный итог соревнований. Товарищ Карташов на двухместном планере совершил блестящий полет по заранее намеченному маршруту с возвращением на старт. За 7,5 часов он пролетел 348 километров. Аналогичный полет совершил на одноместном планере товарищ Киммельман. Товарищ Великосельцева на двухместном планере по прямой пролетела 220 километров. Замечательными достижениями встречают праздник сталинской авиации советские планеристы. Планеристы Карташов, Савцов, Сурдин, Зеленкова на буксире самолета вылетает в Тушино.
Мастера безмоторного полета прославили советскую авиацию. В этом году наши планеристы установили 6 новых международных рекордов. Десятки планеров, словно чайки, кружатся в воздушном хороводе. Большая земля не оставила в беде партизан. Самолеты не могли приземляться, пошли планерные поезда. Тогда они были сержантами, пилоты-планеристы. Борис Бредихин, Сергей Анохин, Сергей Снитков. Самолет сесть не мог. И вот тут было поручено нам, чтобы доставить бегом в этот белорусский край, где уже давно действуют партизаны, которых начинают немцы зажимать, нам доставили им помочь. Везли все, и оружие, и боеприпасы, и мины, и взрыватели, и табак, и медикаменты. А оттуда иногда нам удавалось вывести раненых. Вот Сергей Николаевич, оттуда вот Сергеем Александровичем, два Сережи, человек 15, 20 шельвы сумели погрузить в КЦ-20, раненых, и вывезли. Но знаете, и нам радость, и там довольны. Это было очень интересно и очень, значит, почет. Если сказать вам, что нам было по 19 лет, и нам вот доверие такой партии, правительству доверие, оно нам импонировало, мы были рады, мы были готовы выполнить все, что хотите. Вот наш Юра Соболев в связи с отцепкой захватом истребителей был, отцепился и сел в тылу врага. Сумел приземлить самолет на кустарник, планер на кустарник, разгрузить его, зарыть его, помнишь, в эту, под оврагом зарыть весь груз, пробраться с партизаном и попал к Титкову. Планер брал 800 килограмм. Для партизан старались как-то помочь, взять побольше, 1200-1300 килограмм. И, безусловно, мы в каждое отверстие, которое существовало в планере, мы старались набить его патронами. Разлабывали цинковки, в которых патроны лежали, и насыпали туда патроны. Партизаны были рады каждого из сотни патронов. А Сергею Николаевичу удалось привезти лишних 1200 патронов. Как же они нас встречали, как они нас обнимали, ну, понимаете, вот, как родных сыновей. Лагерь центральной планерной школы ДСАМ. Сюда, в Калужскую область, со всех концов страны приехали юноши и девушки, занимающиеся планеризмом и авиационным спортом. Сейчас в школе напряженные дни. Окончена учеба, проводятся зачетные полеты. На взлетную дорожку вызывается курсантка Александра Манцева. Ей 22 года. Работая контролером на Ижевском мотоциклетном заводе, она одновременно овладела искусством вождения планера. Шура чувствует себя уверенно, хотя это очень ответственный полет. Старт дан. Самолет поднимает планер в воздух. Когда будет достигнута заданная высота, планер перейдет на свободный полет. За действиями планериста внимательно следят члены Государственной экзаменационной комиссии. Полет окончен. Александра Манцева сдала экзамен на отлично. Второй этап обучения курсантов – подготовка к вождению самолетов. Инструктор Станислав Николаевич Голубев дает последние указания курсанту Михаилу Славкову. Окончив школу ДСААФ, курсанты получат дипломы спортсменов-летчиков высшего разряда.